О смерти артиста сообщили на сайте Союза кинематографистов России. 14 ноября на 76-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович. Звезда советского кино запомнился коллегам как профессионал своего дела. Георгий отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры особенно телевизионных проектов любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту, отметили в Союзе.